Приветствую всех, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я хочу поделиться с вами результатами от замены термопасты с Arctic MX4 на Thermalright TF8. Эксперимент провожу на знакомой RTX 3080 MSI Gaming X-Trio. Напомню, что у меня на канале уже есть 3 ролика, посвященных доработке штатной системы охлаждения. В первом ролике я поменял штатные термопрокладки на термопрокладки Arctic, что дало очень хороший результат по снижению температуры на памяти при майнинге. Во втором ролике был раскрыт вопрос о целесообразности замены термопрокладок на бэкплейте карты. И в третьем ролике было сравнение термопрокладок Arctic и Thermalright. Если вы еще не видели эти ролики, рекомендую перейти по отображаемой сверху ссылке, посмотреть, оценить, высказать свое мнение. Спасибо! Внимательный зритель неоднократно оставлял комментарии и вопросы, почему температура на чипах памяти упала, а на чипе ГПУ выросла. Мое объяснение было, что это закономерный процесс, когда мы улучшили отвод тепла от чипов памяти, тем самым увеличив нагрузку на радиатор охлаждения и передав какое-то количество тепла на чип ГПУ. Но несколько человек продолжало настаивать либо на кривой сборке, либо слишком толстых прокладках, когда контакт радиатора с чипом видеокарты недостаточно хороший, ну или поддельной термопасти Arctic MX4. Исходя из этого, я подумал, а почему бы не попробовать современную дорогую термопасту и исключить или подтвердить вышеозвученные догадки. Итак, сравнение термопаст Arctic MX4 теплопроводностью 8,5 Вт на метр Кельвина с Thermalright TF8. У нее заявлена теплопроводность 13,8. Напомню, что видеокарта на нештатных термопрокладках, а уже доработана, а на термопрокладках от Thermalright. Термопаста от Thermalright TF8 существенно дороже. В моем месте проживания в магазинах разница составляет 2,5-3 раза, ну, с учетом идентичного объема. MX4 давно признана общественностью и, без сомнения, завоевала сердца многих, как относительно доступная и качественная термопаста. Давайте проверим, как себя покажет в 3 раза более дорогой представитель. Тесты проводятся при одинаковых условиях, я стараюсь выдерживать температуру в комнате 25 градусов, ну и в конце ролика будет общая сводная таблица, как обычно, с результатами и описаниями условий проведения теста. Давайте начнем. Подробный разбор я не буду показывать. Вы можете посмотреть первое видео с разбором карты во всех подробностях. Хочу отметить несколько моментов. Первый момент. Добравшись до прокладок Thermalright, которые отработали, ну, ориентировочно 10 дней в майнинге 24/7, могу сказать, что они не полностью потеряли свою эластичность, и часть из них можно было применить повторно. В отличие от термопрокладок Arctic, которые за неделю полностью отвердели и стали хрупкими. Но на теплопроводность это никак не повлияло. Не забываем обезжиривать радиатор, так как прокладки выделяют силикон во время своей работы. Пасту TF8 наносить несложно, она не густая, наносится просто, предварительного разогрева не требуется. Еще хочу отметить такой момент. Я видел много роликов и отчетов в сети от владельцев MSI Trio 3080. Все они сходятся во мнении, что нужно дополнительно положить прокладку между пластиной отведения тепла с чипов памяти и трубками основного радиатора, особенно с одного места, с одного края. Визуально пластина вот с этой одной стороны не соприкасается с радиатором, и все туда помещают термопрокладку. Собственно, так же поступил и я. Но, разобрав в очередной раз для эксперимента карту, я вижу, как сильно и неравномерно сделана прокладка на чипах памяти в этом месте. Это значит, что толщина термопрокладок в 1 мм с таким бутербродом, прокладка, пластина, прокладка слишком велика. Я решил отказаться от применения этой прокладки между пластиной и трубками памяти и трубками радиатора охлаждения. И перешел на стоковый вариант, только обильно смазал пастой в надежде на то, что какая-то хотя бы площадь соприкосновения все же будет и будет передаваться тепло. Но зато я получил нормальный прижим по всей плоскости, к чипам памяти он будет равномерным. Несколько человек также просило меня снять размеры пластины. К сожалению, у меня под рукой не было миллиметровки, и вот на коленке у меня получилось такой сделать чертеж с основными габаритами. Может быть, кому-то это будет полезно.
Собрав все воедино, прогоняем знакомые нам тесты. Результаты всех тестов, опять же, будут сведены в единую таблицу для наглядности. Можете сразу перейти к ним по тайм-коду. Первый тест представляет из себя ночной режим майнинга с пониженной производительностью. Это была вынужденная мера при штатных прокладках, так как температура порой переваливала за 100 градусов. PL57, на чипе 800 приблизительно МГц, память минус 500, частота вращения вентиляторов 1300. Производительность при этом 77 МГц и 183 Вт с карты. Второй тест – это нормальный дневной режим майнинга. PL80, чип 1200, память минус 400, вентилятор 1750 оборотов. Повторюсь, что заниженные частоты памяти я был вынужден выставлять при штатных прокладках, чтобы не улетать с температурой на памяти выше сотни. С прокладками Arctic или Thermal Ride делать это уже не нужно. Можно не только даунклокать карту, но и наоборот ее разгонять. Третий тест, так называемый тест полной производительности для майнинга. Опять же, это было характерно для стоковых прокладок. Я это делаю для сравнения стокового состояния видеокарты с уже неким апгрейдом. Третий тест подразумевает PL72, чип 1200, память в нуле и 2000 оборотов на кулере. Четвертый тест – это прожиг карты под MSI Combustor, ну, как показатель самых требовательных игр. PL100, Core 0, память 0, вентилятор 1850. И последний тест – это максимально возможный уже майнинг 24/7 на этой карте с прошитым BIOS'ом от Supreme. PL109, чип 1200 МГц, память плюс 900, обороты вентилятора 1650. Получаем 97 МГц при потреблении 212 Вт приблизительно. Итак, итоговая таблица результатов. Поставьте на паузу, чтобы рассмотреть. Взглянув на последний правый столбец из таблицы, мы видим зеленые значения сниженной температуры во всех точках измерения и во всех тестах относительно термопасты MX4. Во время майнинга зафиксировано незначительное снижение температуры на чипе видеокарты, но оно несущественное в пределах 1 градуса, поэтому им можно пренебречь. А вот на памяти мы получаем охлаждение в среднем на 4 градуса во время майнинга. Что интересно, в прожиге карты MSI Combustor, то есть то, что мы увидим в самых требовательных играх, картина несколько иная. Падение приблизительно на 3 градуса температуры на чипе и паритет по памяти. Вывод можно сделать следующий. TF8 действительно производительнее MX4, но невозможно говорить о продукте как бы в отрыве от его стоимости, а стоит он почти в 3 раза дороже аналога. Я думаю, каждый сам для себя решит, стоит ли несколько градусов дополнительных вложений или нет. Также я хочу отметить, что применив высокоэффективную пасту, мы так и не вернулись и тем более не снизили температуру на чипе карты по сравнению со стоком. Можно предположить, что память на чипе карты снизится, если мы оставим штатные, не такие эффективные термопрокладки. Но для майнинга это не вариант. Как итог, после всех манипуляций мы имеем карту, в которой можно играть с температурой на чипе до 70 градусов и майнить с температурой на памяти в порядка 80 градусов. При этом карта остается тихой, нет никакой нужды выкручивать обороты под 2000 или выше. Я считаю, что такой компромисс вполне удачен. Друзья, спасибо за внимание, надеюсь, информация оказалась полезной. Буду рад, как всегда, любой оценке, конструктивной критике. Подписывайтесь. Спасибо. Пока.